Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь бесконечные каникулы! Бабян, как ты думаешь, нас этот камуфляж спасет от глэм-рока Фредди? Ну слушай, я думаю то, что нас камуфляж спасет от Фредди глэм-рока. Блин, ну я не знаю, Бабян, это очень страшно, блин, потому что этот глэм-рок Фредди, он преследует нас, блин. Мы и так с тобой уже в мир Майнкрафта попали. Хорошо, что хоть камуфляж у SCP-фонда украли. Ой! А? Чё? Бабян? Тихо. Вон, Фредди ползет! Вон он, гламурный Фредди, блин, этот. Ё-моё, Бобис! Он не допрыгнул, нам повезло, Бабян! Здесь Фредди! Фредди вас нашел! Ай, Бобис, меня закинули! Ну что ж, ребят, всем здорова, с вами по-прежнему Верфуни и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Гаррис Мод! Всем мишк Фредди, дорогие друзья! Здорово, чуваки! Ну что ж, сегодня у нас будут экстремальные камуфляжные прятки в мире Майнкрафта. Сегодня заключенные будут прятаться от глэм-рока Фредди. Вот такой Фредди из новой игрушки про ФНАФ. Невероятно опасный, прикольный Фредди-аниматроник. Сегодня будет искать наши интересные нычки. Ну и как я уже, друзья, сказал, это будет, блин, интересно, потому что прятки у нас будут камуфляжные. Мы будем надевать камуфляж и нас не будет видно. Вот смотрите, Бабян, подойди сюда. Вот мы стоим, нас сейчас хорошо видно. Ну а сейчас мы надеваем камуфляж и становимся практически невидимыми для Фредди. Ему будет очень сложно искать наши нычки. В общем, ребят, смело ставьте лайкосик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды, ведь у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нам с пацанами будет безумно приятно. Карта у нас Майнкрафт, вот такая интересная, блин, нычек огромное количество. Надеемся, вам все понравится. Ну что ж, первый маничелло, первый Фредди-аниматроник. У нас сегодня, конечно же, Андрюха. Ну а мы с Бабианом погнали искать крутые нычки! Давайте прячьтесь, пока мишка Фредди вас не съел. Ага, ну все, отворачивайся, Фредди. Ребят, у нас прикольный новый Фредди, и мы с Бабианом уже напялили камуфляж и бежим искать нычки. Бабиан, я предлагаю держаться рядом друг с другом, чтобы было интереснее, блин. А да, а ты где? Я тебя не вижу. Сзади, блин, где? Вот. Где? Я тебя не вижу. Да вот, я что, сливаюсь, блин. В общем, да. Ну что, Бабен, есть какие-то идеи, куда мы пойдем? Ну слушай, есть одна идейка, погнали за мной. Короче, друзья, Бабинатор уже что-то придумал, блин. Сейчас смотри, мы будем это троллить. Можно вот здесь попробовать сныкаться. Ага. Вот, либо же где-нибудь вот сюда вот, куда-нибудь здесь вот. Ага, я тебя потерял. Знаете, ребят, что самое прикольное? Что мы камуфляжные, мы можем ныкаться прямо на открытых местах. И все, и Андрюха нас не найдет, потому что он просто нас не заметит в камуфляже. Во, Бабен! Ты уверен? Да, я уверен, давай здесь и будем, слышишь, братуха? Да, давай, давай, только фонарик, наверное, надо выключить. Ну я, ты выключи, а я буду, я думаю, он не спалит. Да, хорошо. Ага, ну все, Андрюха, можешь выходить. Итак, ребят, гламурный Фредди, блин, глэмрок Фредди выходит на наши поиски. Тоси, боси, чуси, муси, пуси, пуси. Так, ну что, ребятушки, где вы, уважаемые? Ну что, Андрюха, а мы в камуфляже. Злой Фредди, аниматроник! Да вон он там! Ага. Петь будем с вами, я вон люблю петь, у меня музыкальная группа из аниматроников, они, кстати, тоже хотят кушать. А ну спой давай нам что-нибудь, аниматроник Фредди, спой! Йоу, собаки, я медведь Мишка Фредди, и я будущий, короче, самый главный аниматроник, йоу, ага, да, я рэпер. Для вас читаю рэп настоящий, лютый, зачитываю, жестко, наваливаю. Я думал, Андрюха, ты рокер, блин, а ты рэпер. А я думал, сова. А я, Андрюха, знаю другую версию. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки. Да и, кстати, я будущий Хокаги. Ты не эту песню пел ли? Ну да-да-да. Это уже ремикс был мой. Ты, Бабян, просто зачитай рэпчину про нашего аниматроника Фредди и покажи ему, как надо. Йоу, аниматроник Фредди ищет нас, но он не может нас найти, потому что у него нет глаз. А мы, озорные ребята, ныкаемся везде, потому что мы как мыши. Камуфляже. Ну а что, где вы? Я камуфляже. Вообще, блин, камуфляжные. На самом деле, Андрюх, вы сначала были очень сложно спрятаны, потом по-тихому с Бабяном, как-то не договариваясь, перебрались в другое место. И нас на самом деле можно спалить, но так как у нас камуфляж, это сделать будет невероятно сложно. Короче, Диман... Это в синей штучке. Ага, Бабян! Что такое синяя штучка? Стой на месте, не двигайся, он не заметит!
Так, мне ребята, показалось, или я что-то я видел здесь? Это просто лайк! Ты пробежал прямо перед его глазами! Ты видел Бобиса? Ты понимаешь вообще? Слушай, вы ничего не чувствуете? Никакой запашок? Я слушаю суету! А что, ты обкакался, Бобис? Ну, есть немножечко, а да. А что вы где там прыгаете? Андрюха! Так, Бобис, блин, так прям рядом с тобой. Блин, мне бы убрать этот, ребят, из рук. Сейчас я уберу. А кто здесь был? Я видел кого-то здесь в ванне, блин. Ага, сейчас надо убрать из рук эту штуку. А так меня можно было спалить, друзья, блин. Я вообще балбес, я не знал, что она палится. Опачки, Бобяк. И Бобяк ничего не говорил. Так, ты ладно, очень... ребят. Бобис, куда ты делся? Давай сныкаемся, блин. Это хайд-н-сик прятки, суета. Давай на лестницу и погнали. Опа. Я его троллю! Я иду за тобой, Мишка, Фредди, здесь! Я его просто троллю, Бобис! О-о! А вот и ты! Уходим! Ребята! Валим! Дотроллился, походу, блин! Я ухожу! Что? От судьбы не уйдешь! Я уже ушел от тебя, Фредди! Куда ушел? Далеко ушел, а? По кайфу, да! Убежал вообще, Андрюха! Давай, до свидания, жуль-пыль! Советую смотреть тебе по сторонам, а что тут за пуки какие-то странные? Хорош, Бобян! Хорош, Бобян. Да, я рядом, Бобис. Опа, а кто это здесь? Я рядом, Бобис, он упал! Мисс Фредди упал! Ха-ха, тролли! Короче, Бобис, он там снизу. Да? Он забрался, Бобян! Бобис! Блин, меня нашел! Твоя очередь, иди сюда! Ребята, Фредди нашел Бобиса, а это означает, что Бобян превратился сам в аниматроника и теперь будет искать меня. Я один камуфляжный ныкальщик остался, блин. Я надеюсь, мой камуфляж меня спасет. И Фредди никогда не найдет мою нычку. Блин, а где же ты находишься? Где? В нычке? Я Иван, вообще... дай подсказку, я не Фредди. Что? Ты Фредди? Да я где-то наверху, блин, в углу сижу, нифига не вижу, блин, где-то забился в уголочек. Да? Вообще, да. Правильно делаешь, потому что мы сейчас найдем тебя. Вы заколебали бегать по моей кухне, ё-мо. Ага, а вы уже два Фредди, блин? Да. Ё-моё, друзья, Бобян Фредди и Андрюха Фредди, а я... вот такой прятальщик, ребят, камуфляженный, каюсь. Такой, такой. Ага, не найди меня. А я, ребят, сейчас знаете, что сделаю? Шкери! Оп, блин, не попал. Ну ладно, а нормально. А что ты хотел? А все, ничего, парни, все по кайфу. Я в центре карты, мужики. Он обманывает, я его там не вижу. Не, я в центре, в натуре, прямо в центре карты, парни. Я вас не обманываю, я не вру. А центр карты это где для тебя? Ну не в центре, а именно на виду, снизу, блин. Точно? Да, стопроцентно. Салайкин, братишки! Валили, закинули эти Фредди! Ну, ты что сделал? Ё-моё, и как вылезти, блин? Я застрял! Меня заклинило! Почему меня не вылазит? А где ты застрял? А ты меня не видишь, что ли? Нет. Он на моем трупе прыгает, Бобян, убей его! Да, я вылез, до свидания! До свидания, Бобузяк! Да где он? Я его потерял, блин. Бобяк, ну ты даешь, ну ты кадр, ну ты камуфляж, не по... Да где он? Тихо. Куда он делся? Он здесь же был. А вот он! Тихо! Бобяк! Чё? Как? Тихо! Да вот он здесь будет, Бобяк! А-а-а, спалили! А я не понял, вы что, уже сныкались? Я вас почему-то не вижу. Нет, Бобян, мы еще не сныкались. Сейчас мы сныкаемся. Димон! Вот мы перед тобой, Бобис. А, вот они вы, блин, сейчас как бахну вас. Не надо, ну что, ребят, у нас Бобян стал аниматроником Фредди, погнали ныкаться, да, Андрюх? Да-да-да, давай ныкаться, отворачивайся. Ага. Димон, иди сюда. Чё? Смотри, у него уши дергаются, можешь это, подергаем за уши его. Нифига, блин, ушастый. Хочешь же другой подергать? Бежим, бежим отсюда. Короче, суета, друзья, начинается. Уходим. Андрюха, есть у какие предположения? Фонарик только офни, блин. Да-да-да, бежим, бежим за мной. Я потерял тебя, блин. Ну вот поэтому надо включить фонарик, чтобы ты меня не потерял, потом выключу. Потом выключим, ладно. Ну мы же там были, блин, с Бобяком. Где? А откуда я знаю, где вы были? Блин? Нифига себе, нет, тут не были. Ого, блин, вот так вот можно. А, тут бьется. Вот где-то здесь можно, в принципе, и посидеть. А вот тут, вот здесь, Андрюх. И тут, если что, можно забегать сюда, туда-сюда, короче. Вот здесь еще есть, смотри, выход. Тут капец, нычек миллион. Если что, вот сюда даже. Короче, все, да, аниматроник Фредди Бобби, мы готовы, блин. Да, да, я могу выходить. Да, да, выходи. Вон он, друзья, видите, идет. Крадется мышь. Комарик, ё-мо, тараканчик. А мы как голуби с Андрюхой, как голубки, блин. Голубки, это мы, да. Мы два голубя. Ну что, Бобяк, нас не найти, у нас камуфляж. Димон. Так, ладно. Смотри, там ящик еще открытый. Но. И еще я знаю потайную нычку, видишь, там дырка. Где? В стенке. Да, вижу.
Можем туда потом залезть, там алмазы. Ладно, хорошо, но, блин, надо так, чтобы нас аниматроник не спалил, Андрюха. Ой-ой-ой, идет к нам! Идет к нам! Ой-ой-ой-ой-ой! Слышь, Андрюх, давай за мной, давай за мной, давай за мной! Вот как хотели! Как хотели! Я тебя не вижу! Просто обманочкой! Вот так! Андрюха, давай, давай, давай! Я куда-то делся, ты меня видишь? Да, ты снизу, вот, подо мной. О, он там ходит, где мы были, блин. Андрюх, я вот он, сверху, блин. Блин, дай руку. Да как, блин? Так, ладно, что-нибудь придумаю. Вот там куда-то залез. Я, Андрюх, возвращаюсь, короче, туда, где мы были, блин, плюс-минус. На печке, на печке. Да я вас не вижу, где вы? Вот это палево, друзья, вот это суета. Бабян, ну ты так близко, вот, где бы мы были сейчас. Во-во, вот здесь, вот, здесь, нормально. Короче, Андрюх, не надо было вот как раз туда идти, потому что он там и бегает у открытого ящика, так, слава богу. Давай за мной, Димон, у меня тут есть идея небольшая. Так, давай, Андрюха, какая у тебя идея? Ну, давай наверх. Так, давай наверх, давай тут сюда. Сюда. Стой, суета, сюда, еще выше. Да. Так, еще выше, так, суета, и что? Опачки, сюда. Еще выше, ребята, куда мы с Андрюха заползли, блин? Смотри, вот тут можно туда, но мне кажется, мы не долетим. А пробовать, может, ну, стоит. Я не знаю, Бобис, да ты че притих-то, малышок, да блин? Я вообще вас посмотри не вижу, налево, посмотри налево. Налево на стенку. И вот мы, посмотри, мы прыгаем, вот я фонариком свечу, видишь? Да, вижу. И все, и как ты сюда заберешься к нам? Я не знаю, а мы вдвоем там? Да, мы вдвоем. А надо было, потому что, Бобян, здесь вот лестница есть, блин. Да? Не расстраивайся. Да, ты не расстраивайся, ты просто на противоположной полосе. Так, Андрюх, что будем делать? Я вот не знаю, мы допрыгнем до туда или нет. Салам алейку! Салам алейку! Андрюха! Салам алейку! Долетел? Нет. Ты что, дурень? Ты меня видишь? Я вижу вас. Андрюха, блин, суета. Ты не долетел, блин. Дуралей, блин, дуралистика. Блин, дева, есть. А я потом, вот смотри, где открытый ящик. Где открытый ящик? Вот, прыгаю, да. А я тебя не вижу, кстати. Ну и хорошо. Слава богу, блин, как, друзья, Андрюха не долетел. Это просто закинули, получается. Димон, закинули, смотри, я в другом месте, назад. Что? Он, смотри, он к тебе идет, осторожно. А, нашел, где? Чё обманываешь, блин? Не идёт он. Да где вы есть, блин? Димон, я вообще-то не обманываю. В смысле? Да я его не вижу. Он там был. Андрюха. Ёкаламэне, Димон. Ага, чё? Ну повернись, ты что делаешь? Ладно, ну, братишка! Ё-моё! Я прячусь. А я не поверил Андрюхе, капец! Я теперь аниматроник тоже, Глэмрок Фредди. Короче, все, ребят, я тоже стал, блин, аниматроником Фредди, помощником Бобиса. Сейчас будем ловить камуфляжного Андрюху. Но я смотрю, у Бобяна тут микрофон, микрофонная стойка. А может, что-то споешь, Бобян? Давайте, давайте, а какую песенку? А любую, какую знаешь? Ну давайте, раз, два, раз, два, три. Только мы с конем по полю идем. 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 Вот это кайф, Бобяк, молодец! Фу! Так! На, поешь! Я спалил его, Бобян! Недовольный зритель кидается какашками! Ему не понравился твой концерт! Он, блин, на стуле! Как-то надо наверх забраться, блин! Андрюха суетной! Короче, как это сделать? Сейчас мы тебя, Андрюха, и выцепим, да, бабузек? Да я его уже сейчас выцепляю. Сейчас мы его и выцепим. Сейчас мы его и выцепим. Да, так понимаю. Так, а я с фонариком, кстати, вижу, кто-то сюда побежал. Куда? Так, где-то... Бобян, наверное, куда? Наверх полез или куда? Наверх? А, может, потерял пищит, его? Пищит, слышишь? Пищит, мышонка! Я не знаю, Бобян, куда он делся, блин. Куда? Мышонка. Я не знаю, куда-то убежал, Бобис. Ты его видишь, Бобян? Я ничего не вижу. Я тоже нифига не вижу. Андрюха, а ты наверх полез, блин, или куда? Я уже наверху, я вас закидываю какашками. Бобян, ты смотри, откуда какахи летят, там Андрюха. А может, мы это с карты выйдем, пусть он сам побегает. О, Димон, закидываю тебя, ты чего, не видишь? Нет, а ты где? Я не докидываю, походу, тебя, ты там наверху, там полез на картину. А ты где, тоже наверху? Ну да, ё-моё, запалили, походу, да? Ё-моё! Тихо! Запалил, гада! Я его не вижу, он в камуфляже сливается! Ай, не залезь, говно! Ё-моё, он бегает очень быстро, я не понимаю, он очень быстро бегает, я не вижу. Всё, попался, капец, ребят, с камуфляжем хардкорно, вот это лайкусик. Да, нычка топовая. Ну что, друзья, поймали мы Андрюху, и теперь моя очередь быть аниматроником.
Вот и маньячок Фредди выходит на поиски камуфляжных нычек. Ну что, парни, вам не поможет ваш камуфляж, потому что я зоркий глаз, алмаз. Да, плохо видишь, шеф. В смысле плохо вижу? Я вижу все хорошо, ведь я Фредди, стой, друзья. Стой. Так. Подожди. Так. На, поешь. Не понял. Ребята, откуда-то идет стрельба. Только откуда, я не понял. Блин. Снайпер работает, осторожно. Ага, какой-то снайпер, друзья, блин, это откуда вообще шла стрельба, я понять не могу. Саша по шоссе. Да, и сосала сушку. Да. И что, а шел Бобис по миру Майнкрафта в камуфляжной нычке, а тут Фредди! А, блин, он сзади меня пробежал сюда. А тут... Фредди! Бобяк! Ну ты попался! Просто наугад! Просто наугад, друзья! Все, Бобяка мы поймали! Сейчас, Бобячик, давай я тебя сделаю своим Фредди! Не надо! Блин, поймал ты меня! Ага, Бобян, а нефиг было стрелять по мне! Короче, друзья, изи поймали! Так, ладно, надо где-то выцепить Андрюху, блин, каким-то образом его найти! Может, где-то сверху он, Бобян, а? Я не знаю, где он сидит, честно. Блин, может, наверное, в каких-то норках, как мышка, блин, запропастился. И сидит, пищит где-то, Бобян он, да? Да. И где вот он может? Слушай, а может он... Бобян, может он в столе вот в том, в книжном, а? Я не знаю, давай его найдем. Может быть, там. Или может, Бобян, блин... В духовке. Ага, где? Ага, в духовке, Бобис. Ты думаешь, Бобис? Он там? Ну, походу, там что-то кидается какахами. А как туда зайти, интересно? А я вот запрыгнул, блин, интересно, куда он делся? А там проход, Бобян, он уплывает, там следы, блин, воды. Блин, гад уплывает. Куда ты слышишь? А вон он ползет, Бобис, по лестнице, я за Андрюхой. Так, так, где-то... Куда? Либо убежал, либо где-то сел. Я не понимаю, Бобян. Честно, я не понимаю, я потерял я его. Я тоже не понимаю, я уже потерял. Камуфляж хорошо работает. Я говорю, я потерял Андрюху, а Бобян говорит, я потерялся. А вот он, нашел. Опа, а где? Так, спрыгнул. Нет, он спрыгнул, Бобян. Во, я его убил. Хорош, он сзади был. Ты на роддоме чисто загасил меня. Красава. Вот это, Бобян, ты четко Андрюху туда показал, где его место, правильно? На опыте, на классе. На опыте, на классе. Вот это я, друзья, понимаю, суета и лютый прикол. Ну что ж, друзья, а вот такой вот замечательный ролик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что такое вам понравилось. Пишите в комментариях, что нам еще такого интересного позаписывать в Гаррис Моде в других играх. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего. Всем хорошего настроения, не болейте, успехов, удачи и пока-пока. Всем братского сердца, дорогие друзья. Адьос, чуваки.